Слушай, где ты это купил? На станции? Мне подарили. Эти двое едут в Париж. Они попросили меня представить их вам. Оплата за знакомство с нами — одна маленькая шоколадка? Нет, целая дюжина. Вы можете просто пообедать с ними, ведь так? Почему нет? Внучок. Бабушка. Ты опять меня выручаешь. Спасибо. Не за что. Мы... Спасибо. Прости, ходи. Ничего. Вот так. А теперь запей варенье чаем. Вкуснотища. Кушай на здоровье. Поправляйся. А вы не будете? Спасибо, мне этого хватит. В старости начинаешь есть меньше. Вот оно что. Куда вы едете такой компанией? В Екатеринбург. Бабушка, а вы куда? В Москву. У меня родился правнук. Хочу на него посмотреть. Я вас поздравляю. Спасибо. Мне прямо через слово приходится тебя благодарить. Он сама вежливость. Это тут единственный воин, что может победить рукокрылых? А по виду не скажешь. Я читала дневник Джуэля. И мне трудно представить, что она может вот так дурачиться. Но не подумайте обо мне плохо. Если Сая действительно умеет убивать рукокрылов, я буду прикрывать ее до последнего вздоха. Встречалась с ними в Афганистане? В 89-м. Когда мы отступали, в пограничном районе появился рукокрыл. Отряд был уничтожен, все наши погибли. В живых осталась только я. Поэтому я здесь с вами. Ладно, завтра вечером мы прибываем в Екатеринбург. Я пойду.